Гомель 75 мирных годов. У гомельском кинотеатре «Мир» завтра пройдет тематичный киновечер, присвященный годовщине вызволения областного центра от фашистских захопников. На площади перед кинотеатром областный музей военной славы представит выставу военной техники. У фойе будут працевать фотовыстава и тематичная галерея. Прогучать песни военных годов. У зале глядачам пропонуют танцевальные нумары на военную тематику. Головная подея киновечера – прогляд военной экшн-драмы «Несокрушальны». Кинопоказ начнется о 17 године. В этот раз мы предлагаем нашим зрителям фильм российских кинематографистов режиссера Константина Максимова «Несокрушимый». Фильм, который он не премьерный, он стартовал в нашей области месяц назад, но мы его приобрели у российских партнеров именно специально, с прицелом для того, чтобы проводить подобные киновечера во всех кинотеатрах в области. И я могу сказать, что уже на сегодняшний день этот фильм в наших кинозалах посмотрело более 2500 человек.